Сегодня у меня на обед будет суп с беконом. Я его поджарила и картошка сварила с поджаркой вместе. Я его туда запустила. И в последнюю очередь у меня сейчас будут вот такие вот галушечки. Небольшие. Тоже яичко, пожаренный бекончик туда добавила. И вот такое вот жидкое тесто. И небольшие вот они такие у меня будут. Красивые, вкусные. Кто кушает, приятного аппетита. Я это сделаю попозже. Всем здоровья, радости, удачи, терпения, мирного неба, любви взаимной. В тесто, ребят, я тоже добавила жареный бекончик. Вот он кипит, и я туда кладу. Бульон у меня, правда, куриный оставался. Я варила, отваривала курочку, а бульончик оставила. И вот так вот такая у меня вкуснота получится. Я не сомневаюсь, потому что здесь невкусному быть нечему. Кто любит бекон, те знают, что это, ну, может быть, не очень полезно, но вкусно. Так, закончилось у меня тесто. Сейчас аккуратно перемешаю. Вон они какие красивые получились. Суп я люблю густой. Сейчас 2 минутки буквально поварятся, покипят. Вот они какие. Вот они небольшие. Вот такой вот будет вариант супа на даче. Во. Сейчас покажу. Вот. Вот такой. Томата у меня нет. Это просто свет такой. Там поджарка. Лук, чеснок, морковка и помидорка свежая. Вот такая вот вкусняшка. Всем пока-пока. До новых встреч.